Ультразвуковой увлажнитель воздуха с аромакапсулой для небольшой квартиры. Сегодня в видео рассмотрим увлажнитель воздуха серии Андриана фирмы Royal Klima. В комплекте с увлажнителем идут фильтр для воды, инструкция и гарантийный талон на год. Сам увлажнитель небольшой, высоту 27 см, в ширину 19, весит всего килограмм. Прибор рассчитан на небольшую площадь, 30 квадратных метров, мощность 23 Вт. Корпус устройства пластиковый. В верхней части находится крышка и распылитель. Под крышкой ручка резервуара для воды. Резервуар здесь большой, объемом 4 литра 800 мл. Такого хватит на 16 часов беспрерывной работы. На корпусе есть индикатор уровня воды. Если в устройстве закончится вода, ручка регулятора будет светиться красным, а сам увлажнитель перестанет работать. В нижней части корпуса простой механический регулятор. Он включает и выключает прибор, а также меняет интенсивность парового потока. У этого увлажнителя есть аромакапсула. В нее можно добавить масло, тогда воздух дома приобретет приятный аромат. Внутри корпуса стоит фильтр для жесткой воды. Он смягчает и очищает воду. Менять его стоит каждые 6 месяцев. Сам увлажнитель нужно чистить 1-2 раза в неделю, воду менять ежедневно. Ультразвуковой увлажнитель Royal Klima – компактный прибор с большим резервуаром для комнаты или квартиры-студии площадью до 30 квадратных метров. Он сможет работать беспрерывно 16 часов, а если в резервуаре закончится вода, устройство автоматически отключится. Увлажнитель также можно использовать как ароматизатор для дома.